Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Денис, згадай той момент, Добре коли, день. хоч який-небудь вид спорту, з'явився в твоєму житті. Я читав інші інтерв'ю. Так, уявляю, що ти завжди на спортіку. Але ось той момент, коли ти зрозумів, що з цим тобі жити тепер. Так, інтересний вопрос. Не знаю, з чого почати, але почну з того що первый мой спорт, с которым я столкнулся серьезно, это гребля на байдарках. Вот. Э -э, имя прозанимался около 10 лет. Вот. Догребся до звания кандидата мастера спорта. Вот. Потом у меня было все в таком любительском плавающем состоянии. Вот. Я и боксом занимался, и просто в зале тренажерном занимался. На каком-то этапе, получается, э -э жизненном пути я увидел э -э рекламу соревнований, ага. забеги с препятствиями. Мне стало интересно. И вот тут-то все началось. Я погрузился в OCR тему. Это сокращенная аббревиатура. Так, так. Вот, забеги с препятствиями. И пять лет профессионально занимался. И мне вначале стало интересно, смогу ли я чего-то добиться. Вот. Потому что я был абсолютно не бегун, другого телосложения. Ага. Вот. И вот, Ну, наверное... ты побольше был, я точно знаю. Да, 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 да. И под 100 килограмм веса был. Ну, самый такой большой, это где-то в районе 96-98 килограмм, да. Вот. И я бросился в вызов, и за 5 лет трансформировался вот э, соревновательная форма у меня для забегов с препятствиями 73-74 килограмма. Вот. И вот 5 лет я погрузился, они пролетели нереально быстро. Вот. Э, успел побывать два раза на чемпионате мира. Так, так, так. Вот. Чому, да. чому, поясни мені, е, ось забіг е, з перешкодами? Чому він цікавий? Це щось з дитинства для спортсменів, які беруть участь. Ну всі ми бігли там, через колоди, пригали по деревам. Це, мабуть, звідтіля воно йде. Ну, чому Возможно. це цікаво? Возможно, мені в першу чергу бросити собі визов. Вот. Мені подобається в житті пробувати те, в чому ти може сумніваєшся, І либо комусь тяжело, а ти думаєш, а мені, а як я. Вот. И начинается иногда, скажем так, большой путь, начинается с чего-то простого, с идеи какой-то, с какого-то азарта, у каждого по-разному. То есть мне захотелось просто попробовать, вот интерес, и все. И оно закрутилось, и, наверное, в большой отпечаток моей жизни именно оставил, наверное, усер такой яркий. Чему mm самое... -hmm. Ось забег с препятствиями, а не марафон, например, почему не с этого ты начал? Ну, адреналина, наверное, больше. Это вот. пригод... Забеги с препятствиями, да, это какое-то приключение. Каждое соревнование это что-то неспрогнозируемое, то есть там каждый раз ты это проходишь как-то по-другому. То есть новые препятствия могут быть, новые локации новые люди, то есть погодные условия меняются. То есть ты сталкиваешься, я иногда вот не задают такой вопрос, я говорю, ты сталкиваешься на одних соревнованиях, на соревнованиях с огнем, с водой. Все стихии? Все стихии, да. И вот, наверное, эти все стихии, они каким-то образом заряжают и дают тебе адреналин. А тебе кайфово в какую погоду, в до дистанцию? Все равно в какую. Ага. Вот абсолютно, я на этом фокус внимания никогда не держал. И даже когда я тренируюсь, готовлюсь к соревнованиям, я приучил себя тренироваться в любую погоду. Ну, чтобы быть готовым да, до любых дней старта. да. Слухай, ось коли ти долаєш дистанцію, розуміючи, що це важко в якийсь момент, ти долаєш це завдяки своєму тренованому тілу більше, або сили волі духу. Сила духа вона стоїть на першому місці. Це не про тіло скоріше. Скоріше, про. Да, да. Я бачив багатьох спортсменів, які фізично дуже крепкі, але морально... психологически у них не хватало выдержки, то есть сила духа у них была слабее, и они сдавали позиции, проигрывали. Сила духа, она важнее всего. Ее можно натренировать, как тело? Да, да. И как ты тренируешь? Э, Знаешь, кто-то кто всего... кто мотивационные фильмы, або читает книжки, або музыку, ты как? Вы знаете, для того, чтобы воспитать силу духа, ее нужно воспитать многогранно. Те же самые видео, когда ты смотришь, э, какие-то примеры со стороны ты смотришь, ты видишь, да, э, как борются люди, что они проходят, у тебя внутри тоже происходят какие-то процессы, борьба какая-то внутренняя, ос осознание какая-то, у тебя вот укрепляется, это, это как бы часть укрепления силы духа. Плюс, когда ты э, смотришь на тренировку и на соревнования, не просто как на какой-то процесс, А да? для тебя это вот э, имеет более такой глубокий символический. То есть, э, то есть ты борешься с чем-то, прежде всего, э, связанным с тобой, не со соперниками, mm -hmm. вот, преодолевая какие-то фобии, возможно, свои, и побеждая эти фобии, ты э, укрепляешь силу духа. Ну я вас, до когда впервые, побачив, как журналисту гонку наций. Я згоден з тобою, що був страх, і була якась фобія. Коли я вже ми про це поговоримо, як ти тренував, так е нас командою, то цього страху вже не було. Е цікаво, мабуть, що ось це я згоден з тобою, що і штовхає спортсменів е долати ось такі дистанції. А можливо е пробігти е гонку нації або якогось іншого формату, ось подібного роду старти не спортсмену. Можно, конечно, можно. Это значит, отже, каждый может подготовиться до этому якось то Так, Да, да конечно, и... конечно, конечно. Да, главное сделать все правильно. Вот. у нас уже ОСЕР соревнования в Украине достаточно давно. Вот существуют много разных забегов, много комьюнити, которые проводят тренировки, в том числе и с новичками. Uh -huh. Вот и я уже спустя вот 5 лет онлайн веду тоже тренировки ребят по осеру. Вот, делюсь своим опытом, да, 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 да. Мне вопросы задают, как и подготовленные атлеты, так и новички. Вот давай, до речи, у меня и вопрос. А, как ты начинаешь готовить а, в целле новичков? с чего распочинается твой? С обычного разговора. Вот мы сидим так, угу. как с вами. Вот я спрашиваю там много абсолютно чего, спрашиваю, Мне человек отвечает, исходя из его ответов у меня формируется. Ну, какое-то мнение, да, от данном. Это люди из разных профессий взагалі. Да, конечно, mm -hmm. да, да. Человек говорит, я хочу. Я говорю, ну, рассказывай. Он мне рассказывает, рассказывает, и в итоге из его рассказов я для себя что-то понимаю. И понимаю, как с этим надо работать. То есть я говорю, вот тут вот ты на, э, превысил свои ожидания, да. Вот здесь вот там то, там то. Вот. И даю понять, что то, к чему ты идешь, нужно готовиться. Просто хотеть или просто... Отдавая, ну это неправильно. Вот. Э -э нагрузки серьезные в данном виде спорта. Если ты хочешь получить результат, не просто фаново пробежать, а вот результат получить, то нужно подготовиться. И я помогаю людям обратить внимание там, на подготовку, соревнования, на режим какой-то, вот, э что для этого надо. То есть мы определяем цель истинные мотивы и как, мы и, да, и как мы это сделаем и исходя из этого если я вижу что у человека действительно там серьезные мотивы да там у него правильные цели то я делюсь своим опытом я выстраиваю тренировочный процесс и мы а цей підхід ты используешь и до профессиональных спортсменов? Да, да, конечно. Я в спорте уже, если в целом брать 27 лет в спорте, а в тренерской деятельности по фитнесу я уже 14 лет, Ого. или может 15 уже, я уже сбился. Ювелей за ювелеем. Да, да, да. да. Вот. А в осере я уже 5, может даже чуть больше лет, я уже тоже сбился. Поэтому опыта хватает и mm -hmm. как и в физ так и в подготовке коссиеру. Вот. Я, е, коли був твоїм підопічним з командою, я бачив е, зі сторони, що ти ну, дуже дипломатичний. Я такого лояльного тренера, ні, ну, ти ніколи там нікого не, накрик, не крикнув нічого. Е, це ти так спілкуєшся взагалі з людьми, з якими ти працюєш, як спортсменами чи аматорами? Е, чи це було особисто для нас? Ні, -ні, -ні як зовсім, зовсім. мені дипломатичність подобається, бо мені подобається. Ну. тактичность. Вот. Цепи это мой, мой триософе, стиль, да, это мой подход. Я общаюсь таки и в семье, и с ребенком со своим. То есть все через спокойное объяснение. Угу вот. э -э Какими-то криками, угрозами или какой-то ну, какой бранью. Ты ж ничего не, не, не донесешь человеку. То есть человек для того, чтобы э что-то понял, осознал, ему нужно объяснить. чтобы он понял там, причину, следственную связь. Так все это. через объяснение. Это, это ключевой принцип. Ти колись небудь чув на свою адресу від когось, від близьких, знайомих щодо твого спорту, скажімо так. Денис, ти що здурів, ну наш воно тобі треба? Ну та ж, там можна ж гепнутись. Зразу відвечу: мільйон разів. Раз. У сім'ї також я так розумію. Сім'ї це взагалі больний питання. Жони завжди рівнують, к спорту. Я недавно був на триатлоне. Uh -huh. В Днепре, который проходил, так -так. я поддерживал своего друга, вот он принимал участие, и потом как-то мы в конце там с ребятами с моими участниками стали там разговариваем, и опять зашла что-то эта тема по поводу кто как относится, uh -huh. жены ревнуют, потому что спорт забирает большую часть времени, но оно того все равно стоит чем ходить куда-то по барам, кабакам там, или где-то непонятно шляться. Ну, мне кажется, лучше отдаваться спорту. Вот. Ты получишь больше удовольствия, больше пользы. И если ты еще сможешь добиться каких-то результатов, банально, ты получишь какое-то уважение со стороны. И потом же жена и будет гордиться да, своим мужем, дети тобой будут гордиться, потому что нам папа там чего-то добился. Поэтому я считаю, что спорт – это, ну, скажем, правильный аргумент в жизни – вот. А и тебе правильный самого, выбор. А у тебя самого не было сомнений что э, до того, ну, может, и на самом деле можно гэпнуть, что-то сломать? Нет, не. не. в плане боли, страха никогда не было. Я такой сам по натуре боец, я наоборот. Если я что-то боюсь, я иду это делаю. Uh -huh. вот. я, ну, проверяю себя на прочность, я получаю от этого удовольствие. И человек сам по себе устроен таким образом, ему нужно откуда-то получать адреналин. Откуда-то получать ну, какой-то вот... Кайф какой то угу. і спорт те, що надо. А було таке, що ти під час забігу будь-якого почав хвилювати за своє здоров'я? Ну, тобі погано стало або а, щось, ну, щось не те відбувається. Буває очень рідко. Очень рідко. Ну, у мене один раз було такое, що я там провалився в одну рівньовку в Одесі, коли я, кстати, виграв. Угу. и повредил очень сильно ногу. Ты имеешь на увазе, яка на тротуаре? Не-не-не, трава была, получается, ага. в Одессе, и эта трава заросла ливневку там с, холма, Ей не видно, и у меня нога туда упала, я так думал, у меня сейчас там она или сломается, или там, ну там очень повредил ногу себе. И в этот момент было такое небольшое, как бы, ну, сомнение, да, там вот, а что ж там, потому что болела очень сильно нога. А так в целом я не держу фокус на страхе, на боли. Вот, у меня фокус внимания ну, на всем другом. И даже по жизни я никогда не обращаю внимания, там, болеешь ты или нет, там, больно тебе, тяжело. Есть цель, есть препятствия, не зря говорят, вижу цель, не вижу препятствия. Mm -hmm. То есть у меня вот принцип жизни такой. И благодаря этому принципу легче э, идти вперед, легче преодолевать трудности какие-то. Какая трасса э, наи в Украине? Давай так. В Украине? Угу. Ну, або взагали, давай назвать. В Буковеле, наверное. Так? Да, Буковель, там э, уровень сложности, да, природа, атмосфера, вот это непередаваемо. Особенно, когда на соревнованиях один из этапов это какое-то озеро, да, где надо переплыть. А если не в Украине, мне очень Англия запомнилась, когда я ездил два раза на чемпионат мира там просто было тоже очень круто. Там хоть были и не горы, но так как была продумана трасса, тр... трасса и локация, было бомбезно очень. Но самое крутое это в горах. Ага. Всегда. До речи, триатлон. А, Ты собой выпробовал когда-нибудь? есть Есть желание, но ограничивает немного ага. <laughs> здравый смысл, потому что первое, <laughs> Это времени ты еще больше тратишь. Если я э, участвую в забегах с препятствиями, да, то моя основная задача в тренировках – это бег да, и физподготовка. Так. То здесь ты тратишь время на три вида спорта. Так, плавание, велосипед. Да. И помимо этого ты еще физподготовку делаешь, то есть четыре так, получается. Так, так, так. А это все же как бы деньги. Желание-то есть, но если у тебя есть семья, ну, конечно, надо приоритеты. И какие-то да, 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 да. круто заниматься, когда ты не жена, то есть когда ты полностью предоставлен сам себе, что у тебя нет семейной какой-то ответственности. Но сам вид спорта, он крутой. Вот у меня где-то далеко внутри... Есть, ага. да, да. Если как-то вот сложатся обстоятельства, что вот все подойдет к тому, чтобы вот только мое желание, я, возможно, соглашусь. Вот. Угу. Я получил удовольствие. У нас соревнования в этом году в Днепре прошли Классно. Я насладился вот процессом, погрузился туда. И многие ребята, кстати, э, с разных беговых дисциплин пробуют себя в триатлоне. Потім. Да, тем более, что в триатлоне есть же еще, кроме индивидуального, есть участие. Ты можешь в командном зачете принять. Так, за так, так, так все верно. Да. Выполнить а, свою дисциплину. Там кто-то умеет хорошо на велике ездить, тот то крутит. Кто-то плавает, да. Если я там бегаю, то я там беговую сделал. Ну и, кстати, ты кажешь про озеро, так, на да. заходе Украине. Украине. Ось плавание, ты же готовился до него, так? А в, в моей дисциплине, в ОСЕР, плавание, оно имеет там небольшой отрезок, а как а. правило, и там большой плавательной подготовки не надо. Зрозуміло. Ну, если умеешь плавать, то и добре уже. И да, 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 главное, чтобы ты плавал, и все. Там, как правило, ты переплываешь там, ну, может, там 100-200 метров от силы, и если там какие-то длинные заплывы, обычно там одевают какие-то жилеты. Угу. Вот. Без... да. Тренер. А в тебе есть тренер? Че, когда-нибудь был? Да, да, конечно. Да. С... У всех спортсменов, которые правильно тренируются, неважно на каком то уровне, у них есть ну, тренер. Угу. Вот. Взять там любых спортсменов, там Кличка нашего, да? он когда тренировался, вроде как, можно сказать, он уже все знает, но у него тоже есть свой тренер. Ага. Отдельно по боксу, отдельно по физподготовке. Это правильно. Но а ты же на том уровне, когда ты сам можешь э, над собой упрощать. Можно и самому, но если есть возможность собрать вокруг себя какую-то команду, это самый правильный выбор. Э, команда состоит из кого? Из, из, тренер по, да. допустим, по беговой подготовке, да? тренер там по физподготовке, ага. э, массажист, э, да, реабилитолог. Вот. Бывает иногда один человек может совмещать в себе два, то есть и массажиста, и реабилитолога. Ага. Вот. И много разных моментов есть. То есть и вокруг себя, чем ты лучше созда создашь команду, тем ты лучше покажешь результат. И это нормально. Питання, можливо, буде е, звучати дуже примітивно. Але поясни мені, ось я коли готувався, знайшов декілька назв, е, по суті, е, як для мене, як для аматора однакових стартів, але з різними назвами. Спартан, Рейс, Гонка націй, ще ж якісь. Це все про те одне й те саме. Ті, по типу, просто різні промоушени, так, як UFC чи ні. Е, Суть одна. Якщо говорити в целом, ні в подробності, то. Да, направление это одно, но в каждом из направлений есть свои нюансы. Где-то больше э, бегового уклона, угу. где-то больше э, уклона на э, препятствия идет. Ось, да. да. Ты в каких брав? В седь брав учишься? Да, да, да. да. Угу. Самые сложные для меня это вот классический UCR, где больше уклон идет на сами препятствия. Где ну, бега мало, вот, а и... больше препятствий. Да, вот на чемпионате мира я ездил. Э, там он как раз вот был такой классический ОСЕР, и там очень большой акцент был именно на препятствия. Там ты бежишь чуть ли не каждые 100, там 200-300 метров идет э, э, препятствие за препятствиями. У тебя руки не успевают восстанавливаться. Uh -huh. вот. И очень важно иметь хорошую правильную технику для того, чтобы, проходя препятствия, не забивать мышцы. Вот. Так, зрозуміло. А техніка це досвід. Чим більше ти участвуєш в соревнованнях, тим більше у тебе відповідно, Це техніка. Денис, поясни мені. Е, сенс в тому, коли ти виходиш на старт, наприклад, у Дніпрі гонка нації, і ти е, якісь перешкоди не проходиш, а робиш Бьорпі. Причому ти робиш це. Е, Ну при прибіг, побачив такий, Та и починаєш робити бёрпи. Ну Навіщо це? Мне ж навпаки кажуть, здається, що треба все спробувати. Я просто бачив особисто таких спортсменов. Ну что это такое? Не знаю, не знаю. Это надо, наверное, у них спросить. Я всегда преодолевал препятствия, и у меня в первую очередь был спортивный интерес, Церкавь, чем так. чем участие. Ну в Бурпе я так угу. ну, сделал и все. Ну, одно дело, если ты там, допустим, получил штраф какой-то и тебе надо их так, делать. Так, так, я разумею. Вот да? как на Спартане. У нас же в прошлом году, летом или весной был Спартан. Весной, по-моему, весной знаю. был Спартан. Вот, и там за непрохождение какого-то препятствия тебе дается всегда попытка одну. Вот. Там вот. же есть категория любителей и да? Вот в прокатегории ты, если сделал ошибку, ты, ты делаешь 30 Бурпе. Да. Поэтому вот я бежал там две дистанции и в каждой из них, а не, в одной сделал два раза бурпи, а в втором один сделал. Ага. Вот это минус тебе время просто. Поэтому да, желательно, просто. конечно, пройти с первого раза. Бурпи очень сильно сбивает беговой темп и вообще ритм. Ага. Вот. Тому не просто так її вимагати. Це дуже тяжеле упражнення, яке збиває дихання, щоб восстановитися, далі біжать, тяжело достаточно. Чи можливо на змаганнях е, подібного роду заробляти на життя? Постійно. Ні. Зразу кажу, ніт. Отже, це все ж таки е, по фану. Хоть да. да. Не кру... Даже если ты профессионально готовишься, даже если ты ездишь на чемпионаты мира, все равно это это да. Единственный заработок может быть, это если ты с какими-то компаниями заключаешь mm -hmm. там непосредственно договор и ты становишься их фаворитом, ага. обличем, ну, вот лицом Я их, ага. да, да, да. Есть... Ну какие вот назвы? Наибольший призовый фонд там, за первые место ты вот ну чу знаешь? Я могу ошибиться, на чемпионате мира были очень такие скромные как по мне, там, по-моему, или 4, или, 3, 5, или 5 тысяч, тысяч фунтов было, по-моему, ага. в Англии. Ну, что это за деньги? Ну, ты за в течение года тратишь гораздо больше, Зачай. а на соревнования полететь, заплатить регистрацию там проживание. А если ты еще не один? Да, если ты еще не один. Массажист. Да, ну не 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 в ОСИР спорте такого нет, что там кто-то приезжает прямо с командой с массажистами. Ну mm -hmm. может быть в будущем такое и будет. Я знаю, что этот спорт всемирно достаточно молодой и его активно продвигают. И вроде как в Украине даже шли разговоры, чтобы сделать его на государственном уровне. То есть там уже были разговоры, я знаю, что в кабинете министров там э -э -э по спорту. Должны это внести, но когда это сделают, я не знаю. А им не интересно ну, нашему, нашему правительству, потому что они не смогут это зарабатывать. Зачем? Мы пока живем в такой стране, где э, интересно то, с чего можно заработать. Вот. А массы там подождут потом. Вот. Но я надеюсь, эта ситуация исправится. И вот, например, самые такие страны, в которых продвигается круто этот вид спорта, это США. Вот. Слушай, там люди фермы свои переобладают, и на фермах. Да, да. Вот, кстати, по поводу фермы. Вот в Англии проходили соревнования на территории одного фермера. Ось. Да, да. И он, по-моему, сам проводит тоже свои соревнования. Они называются вот не вспомню сразу, чтобы сказать, но на основании вот этого места, где у него, его ферма, да, он там сделал уже определенные заготовки для своих местных соревнований. И там все очень круто. Допинг. Все одно, ж спортсмены профи, есть допинг чи нет? Я думаю, что спортсмены принимают что-то. Вот. Об этом, правда, никто не говорит, но самого допинг контроля нет. Тебе Николы не у баночку да, нет? Нет, Вот самое интересное, что ладно, там на местных соревнованиях, да, но ну, на чемпионате мира ну, подобное Ось. должно быть. Хотя бы у первых троих занявших э, призовые, но пока нет. Пока нет. Угу. Но всегда интересно было. Слушай, вот перед стартом проводят брифинги для аматоров, а также для профи. Что говорят профессионалам? Ну что вы там можете услугать нового? Вот что вам кажут? Вот вы стоите и слушаете. нам, говорили там про безпеку, там Профессионал, как правило, ничего хорошего... не, не Ничего хорошего уже не я уже все знаю. Можно оставить, не вырезать. Профессионал, как правило, это все знает и так наизусть. Mm -hmm. Единственное, что профессионалу про атлету интересно знать э, дистанция какая, знать э, карту. Иногда бывает, э, на соревнованиях предоставляют карту, то есть, можно изучить местность, вот и все. Самое главное то есть знать карту, знать разметку. Бывают э, часто возникают проблемы именно в разметке, потому что дистанции вот такие зигзагообразные, где-то что-то пересекается рядом близко, ну, по трассе. Да. И очень важно, чтобы были правильные разметки. Я не раз сходил с трассы, хотя бежал в лидерах и мог зайти в призовые. Просто они туда чуть-чуть повернул. Вот в этом бывают проблемы, и э, неважно, какой ты там профессионал или нет, вот нужно подходить к организаторам, спрашивать, как отмаркирована трасса, на что можно обратить внимание, чтобы не сбиться. Ага. Это вот самое то, что вот актуально всегда. А ты вообще когда-нибудь сходил с трассы? Не, никогда. Вау. Я вот, Круто. доползал, но всегда доходил. У меня был такой случай курьезный на первых моих соревнованиях на чемпионате мира. Я же такой приехал, думаю, блин, я же такой крепкий, тут хорошо так показываю себя. Я понял тогда на первых соревнованиях, что я... Ну, далеко не крепкий парень, потому что там уровень настолько высокий был, что женщины тебя обходят, ты смотришь на нее, думаешь, блин, я ж мужчина. Ага. И э, я наблюдал, как некоторые спортсмены получали нервный стресс, у них Вчера истерики стресс. были, истерики, да, у них нервный срыв был. Приезжала скорая, человека забирали. Да, да. Тут при мне там одного англичанина забрали, у него, у него его всего, он еще хочет. Ему говорят, все, ну, у него уже все, он уже не контролирует ситуацию. И ты когда смотришь на это, ты думаешь, блин, и начинаешь на себя обращать внимание, ты нормальный или нет, но с тобой все ли хорошо. И у меня на первых моих соревнованиях под конец, по-моему, 90 было 100 препятствий, на 98-м, по-моему, или 97-м, я вот уже не помню, у меня отказали руки. Вот просто я, я мог сжать кулак буквально на 2 секунды. Ага. И когда я преодолевал последнее препятствие, я, провис, я просидел много очень э, под финишами, я не мог там в одно препятствие пройти. И когда я преодолевал последнее препятствие, мне настолько уже отказали руки, что я зубами цеплялся и держался. У -у -у. Вот. И благодаря этому курьезному моменту у меня за один день, по-моему, или 30, или 40 тысяч просмотров. Как ты это Да, мне там уже предлагали и услуги стоматологов, и быть... Э, рекламным нормально, лицом, там, да, там начали такие мне предложения, там... Ну да, 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 было прикольно класс. так. Я к тому, что вот у меня в жизни вот, первый раз произошел мышечный отказ. Вот все говорят, мышечный отказ, что это такое? Там в зале тренируется мышечный отказ. Там. А чтобы его понять, нужно действительно в него погрузиться, потому что многие люди не доходят до этого мышечного отказа. Вот. Думаю, знаю. Да, да. Я в своей жизнь один раз такое испытал, но и я кайфанул от этого. То есть я получил сумасшедший опыт, и когда я приехал на вторые соревнования по чемпионату мира, они прошли у меня очень гладко, очень красиво. вот, Я остался доволен. Какие вправы ты делаешь еще дня? Ну, Отстань, если мы говорим сам... О не подготовке коли... к бегу, серу, либо мы говорим? Нет, в вот что, каждый день ты можешь сказать, я точно делаю. подтягиваюсь, приседаю, или с утра встаю и пробегаю пять. Давайте километр. мы рассмотрим с позиции вот, на сегодняшний день. Так, на сегодняшний день. Так как я сейчас в данный момент в эту ковидную э, ситуацию, я як принял вси... решение серьезно не готовиться к соревнованиям. Угу. Вот у меня лайт, э, ну, скажем, в э, физической нагрузке. Бегаю в удовольствие. Режима какого-то у меня там схемы какой-то беговой нет. Вот стараюсь там два раза в недельку, иногда три, но ну, чаще всего два, вот, пробежаться. В простом темпе, без каких-то интервалов, там, забеганий в горку, без какой-то работы, да. Просто бегаю, первый момент. Второй. Э -э каждое утро я делаю гимнастику суставную. Ось. Да. пять -десять минут размять связочки с Да, 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 да. Делаю дыхательную гимнастику. Вот. Насыщаю свое тело кислородом, это очень важно. Вот. Угу. Это дает, помимо хорошего самочувствия, здоровье, а, дает очень хороший прилив сил. Многие люди не умеют правильно полноценно дышать, они не используют полноценно свои легкие. Вот. Хм. Да, это, это интересная тема, но это другой уже разговор. Вот, э, дыхательная гимнастика, суставная гимнастика, обед и ОФП в зале. То есть, легкая физическая нагрузка, турнички, брусья. Стараюсь больше заниматься со своим весом, потому что свой вес, он должен всегда быть в приоритете. Вот. Хм. Другими словами, называется это калистеника. Класс, да. мы за... когда-нибудь запишем выпуск номер два с Денисом. С большим удовольствием. Останнее питание. Про что спортсмен Денис Николин? Ну, наверное, прожить эту жизнь не зря, вот чтобы о тебе помнить. Жить – это спорт? Нет. Это mm. Нет. змагання? Нет. Mm. В классный вопрос. Тут надо даже, наверное, подумать, как его… У меня есть интересный слоган такой, я люблю его использовать – «Жизнь прекрасна». Вот, и многогранна. Поэтому, где эта грань счастья… Тут сложно сказать. Uh -huh. вот. Потому что у каждого может быть чуть-чуть по-другому. То есть как для кого-то счастье там одно будет, да? для кого-то другое. Для меня, наверное, счастье это когда ты чувствуешь себя нужным, любимым, когда у тебя есть какие-то цели, ты понимаешь, что ты живешь правильными целями, правильными желаниями. Мы сейчас живем в такое время, я часто обращаю на это внимание, что... Мало кто из людей живет правильными ценностями и целями. То есть все очень глянцево и подменено. То есть нас заставляет сейчас современное общество жить не своими жизнями, не своими целями. То есть мы живем в каком-то подражании и непонятном стремлении куда-то. Вот как-то так. Закрутів. Дякую. Друзі, це був Денис Нікулін, і він класно закрутив. Ось особливо ось ці фрази запишіть: прям, прям в душу. Це був Нікіта Дрюченко на Спортіку, Ще побачимось.